Здравствуйте, коллеги. Со многими из вас я общаюсь заочно, в онлайне. Пришло время познакомиться лично. И хочу спросить, кто из вас вообще знает о том, что у Битрикса есть программа маркетинговой поддержки? Поднимите руки. Ага, спасибо. А кто воспользовался этой маркетинговой программой? Маловато. Ну, тогда начнем с самого начала. Давайте с вами устроим экскурс в историю, посмотрим, как все начиналось. И начнем мы с 2008 года, когда Битрикс вошел в активную фазу маркетинговой деятельности. Мы начали подтягивать партнерскую сеть и активность именно в партнерском канале. Вот эти цифры на графике, они дальше будут меняться. Мы увидим с вами изменение динамики. Эти цифры показывают количество партнерских мероприятий, проходящих за год, за определенный год. Это только партнерские мероприятия, не считая наши битриксовые, свои семинары, выставки и конференции, мероприятия, сделанные вашими руками. Можно я два слова скажу? На самом деле, когда я смотрел доклад Светы, я вспомнил, как оно все начиналось. Я помню, что было два года, когда мы садились в поезд и объезжали города-миллионники. Мы делали мероприятия. Я вот прям помню, у нас только было всякие баульчики, вот эти вот свернутые стенды. И мы в два человека садились в поезд, переезжали в следующий город. Я вот тогда до Тюмени доехал. Дальше не получилось. Решили все-таки развернуться. Но, кстати, было очень интересное мероприятие. Мы, кстати, там в рамках этой программы доехали в Донецке, мы познакомились с Димой Сусловым. Сейчас он директор нашего украинского офиса. Дима, привет, я знаю, что он смотрит нас в онлайне. Доехали до Киева и вообще посетили очень много городов. Я помню эти два года, очень много было мероприятий. И именно тогда мы поверили и поняли, что вообще это все работает. И это очень эффективный инструмент. Так вот, в 2009 году появляется первая версия маркетинговой программы. Очень краткая, с краткими инструкциями, все очень сжато, потому что, в принципе, вот на тот момент было еще такого большого опыта не было, на чем можно было писать в том виде, как сейчас есть. Потихонечку начинаем расти в плане партнерской активности, но что-то не хватает нам. Мы хотим масштабироваться на регионах, хотим охватить больше слушателей, обратить свою веру. Тогда мы едем сами, летим. Цикл семинаров «Формула сайта». Он появляется у нас в 2010 году. Цикл с участием ведущих компаний IT-отрасли. За эти пять лет, как… А почему они у меня перескакивать стали? За эти пять лет, как цикл существует, с нами участвовало в семинарах довольно многих многие компании. Часть вы видите. Некоторые с нами по сей день, все эти пять лет. Мы начали с 23 городов в год. Сейчас это уже 36 городов, по которым мы ездим. Некоторые города повторяются каждые полгода. В некоторые города мы приезжаем раз в год. И каждый цикл появляются новые города, в которых мы еще раньше не бывали. Вот в этом цикле у нас появится Улан-Удэ. Зимой мы первый раз приехали в Сочи, а прошлым летом первый раз приехали в Томск. Аудитория таких семинаров, изначально мы рассчитывали на семинары от 100 человек. Когда мы поняли, что получается, нам захотелось большего. И уже сейчас, когда наши спикеры едут на какой-то семинар «Формула сайт», спрашивают, а сколько там регистраций? Я говорю, да 400. Ой, а что так мало? Уже этого мало. То есть хочется больше, больше и больше. Семинары у нас проходили как на 70 человек, это минимальное количество было, так и на 400 плюс человек в зависимости от города. Бывает 200, бывает 300, последние годы бывает уже 400. Мы научились это делать. Хочу показать несколько фоток с последних семинаров 2014 года. Это действительно большие залы, которые в некоторых городах редкость найти такой зал вместимости на 250-300 мест. Это кинотеатр новосибирский. Да, мы уже перешли на кинотеатры. И рассматриваем стадионы. Что дала нам эта программа «Формула сайта»? Помимо того, что мы подняли партнерскую… Да, семинары в регионах организовываете вы, партнеры. Мы приезжаем уже с программой, со спикерами, со всякими плюшками и так далее. Но основную работу в регионе делает партнер. Для этого тоже есть определенные инструкции, правила и так далее.
Помимо того, что начался цикл семинара «Формула сайта», возросла самостоятельная партнерская активность. Почему? Те, кто один раз проводили с нами совместно «Формулу сайта», дальше уже спокойно сами организовывали семинары в любое время, когда это было нужно. Все бы хорошо, да? Поехали уже по России, много городов, 42 города за 5 лет. Но тоже что-то не хватает. Хочется масштаба. Уже наработан определенный опыт, что мы знаем, как это делать, мы умеем это делать. Мы видим, что это все работает, семинары работают, что партнеры получают после них клиентов. Масштабируемся еще больше. 2012 год, появляется федеральная программа. В отличие от семинаров «Формулы сайта», федеральная программа рассчитана на маленькие камерные семинары, не на большие конференции, именно на целевую аудиторию партнера. Это ваш клиент, а вы, соответственно, его потенциальный разработчик. Поэтому мы не позиционируем федеральную программу так, что соберите нам семинар на 200 человек. Нет. Программа проходит два раза в год. С 2012 года, в июне и в декабре. Это конец сезона после выхода всех релизов продуктов. Средняя посещаемость таких семинаров — 40 человек. Есть меньше, есть больше. За три года федеральная программа тоже растет. Мы начали от 128 семинаров в год, и за 2014 это было 195 семинаров за год. Аудитория прекрасно тоже растет, 4800, и за последний 2014 год 7800 человек. Каждый раз в составе организаторов федеральной программы примерно 30% новых партнеров без опыта проведения. То есть в рамках этой программы мы еще и учим делать семинары. Есть инструкции, есть видеозаписи, которыми организаторы пользуются. Что получилось после ввода федеральной программы? Пошел рост, значительный рост. На самом деле здесь немножко боялись, что введение федеральной программы снизит самостоятельную партнерскую активность. Оно так и получилось в первый 2012 год, но потом опять динамика, циферки начали возрастать. И к 2014 году мы подошли с 392 мероприятиями за год, сделанных руками партнеров партнерской сети. То есть показатели шикарные, мы сами этого не ожидали. Хочу рассказать о 2014 году, да, что нас удивило. Это в своем роде феномен, когда мы вот уже где-то с мая месяца мы начали хвататься за голову от аншлага на семинарах «Формула». Уже тогда, видимо, что-то вот витало в воздухе, да, уже заговорили тогда о кризисе, и люди начали думать об альтернативных каких-то источниках ведения бизнеса, в том числе о выводе бизнеса в онлайн. Вот тут фотка, не знаю, как видно, не видно. Это семинар в Волгограде компании «Интерволга», где люди сидят сбоку на стульчиках. Коллеги привозили эти стулья прямо из офиса семинара, потому что не поверили в то, что будет высокая явка. А явка действительно повысилась во всех городах. У нас есть своя статистика по каждому городу. В каком городе сколько мы ожидаем явку. Но здесь уже просто вот пошло. На 10% в среднем увеличилась явка за 2014 год. Охват аудитории у нас тоже планомерно возрастал год от года, но скачок на 26% за 2014 год. Ну, феномен, что можно сказать. То есть за 2014 год охват партнерскими мероприятиями — это 20 тысяч человек, не считая выставок. Это огромный большой результат. А что еще порадовало в 2014 году? Это возросший интерес к продукту Bittrex24. Мы это ощущали и на своих семинарах, на «Формуле сайта», по количеству вопросов, по качеству вопросов, которые задавали слушатели. Уже таких разумных вопросов, потому что продукт действительно уже нормально засветился на рынке, уже востребован, и его понимают назначение. Это отмечали организаторы федеральной программы.
Что таить? Этим надо пользоваться. Мы вводим новую программу семинаров по Bittrex24. Пройдет она с 23 марта по 5 апреля. 2 недели. Это нововведение касается России и стран СНГ. Другие страны СНГ, Россия тоже в СНГ. 2 семинара на город. Ограничения за эти 2 недели. Ограничение пока условное. Это пилотный проект. Мы будем смотреть уже по ходу, как что получается. Будем разносить семинары в одном городе по датам. Дату выбираете вы, день выбираете вы. Можно выходной делать. Кто-то желал, я помню, из партнеров задавал такой вопрос, пожалуйста. Кто может участвовать? Партнеры с компетенциями, имеющие компетенцию Bittrex24 или корпоративный портал. Если эта компетенция у вас сейчас на рассмотрении, что-то вы не успели, пишите, разберемся. Желателен опыт проведения семинаров. То есть если будет, например, в одном городе претендент с компетенцией Bittrex24, с опытом проведения и без опыта, предпочтение будет отдаваться тому, у кого уже есть опыт. Наших семинаров, не наших семинаров, просто опыт организации. Аудиторию мы ожидаем на таких семинарах от 10, где-то до 70 человек, может, где-то и больше. Это уже реально. Если раньше, года два назад, мы не верили вообще в реальность того, что на семинар по Bittrex24 можно будет собрать больше 60 человек, то практика показывает, что это уже можно. Что получает партнер за проведение такого семинара? Это 120 дополнительных партнерских баллов и компенсация. Максимальная сумма компенсации — 50 тысяч рублей. Заявки начнем принимать с 3 февраля. Сразу назревает вопрос, а будет ли федеральная программа? Будет. 4 июня. Будет такое же ограничение, как и в зимней федеральной программе, 2-3 семинара на город в зависимости от размера города, соответственно. В крупных городах можно 3 семинара, а в городах поменьше 2 семинара. Изменяются условия участия в программе. Участвовать смогут партнеры, участвующие в программе мониторинга качества, либо имеющие не менее 3 реализованных проектов для клиента. Не для себя, не свой корпоративный сайт, а именно клиентские проекты, опубликованные у вас в карточке партнера. Именно этим партнерам будет отдаваться предпочтение при принятии в федеральную программу. Обратите внимание, что тематика семинаров тоже изменится. То есть раньше можно было проводить семинары по Bittrex24 сугубо, Bittrex24 плюс интернет-магазин и просто интернет-магазин. В этот раз в федеральной программе не будет семинаров только по Bittrex24. Они уйдут в новую программу, и позиционировать мы ее будем уже по-другому. Аудитория федеральных семинаров ожидаем от 10 до 120 человек, но есть партнеры, которые собирают 130 и 140. Гнаться не надо, надо гнаться за качеством мероприятия. Участники, партнеры федеральной программы получают от 80 до 100 баллов в зависимости от тематики. И компенсация, максимальная сумма компенсации — 50 тысяч рублей, как было, так и осталось. Какую помощь и бонусы получают партнеры-организаторы этих двух программ по Bittrex24 и федеральная программа? Это готовые презентации по нашим продуктам, готовые видео, записи выступлений, рекламные материалы для слушателей по почте бесплатно, пошаговые инструкции подготовки семинара, различные шаблоны анкет, баннеров, чек-листа и так далее. Оперативная обратная связь с координатором программ и информационная поддержка от нас. Как же не пропустить объявление о наборе организаторов? Много жалоб, что не слышали, не видели, не получали писем, пропустили набор организаторов федеральной программы. Это выясняется буквально за месяц до семинара, когда поезд уже ушел. Поэтому объясню, что набор организаторов мы оповещаем вас в партнерской рассылке. На партнерском сайте висит большой баннер в шапке, висит баннер на внутренних страницах, пост в партнерском блоге, здесь скриншот партнерского инфоцентра и соцсети. Будет ли формула? Да, формула будет. График у нас уже практически сформирован.
И мы приглашаем организаторов в городах Ульяновск, Владивосток, Омск, Ставрополь, Новокузнецк. Если у вас есть желание стать организатором масштабного мероприятия, пишите мне. Не откладывайте, не затягивайте, могут найтись другие желающие. Мой адрес на экране. Все условия, все объясню. Многим активным, маркетингово-активным партнерам хочется участвовать везде. Хочется и формулу сайта организовать, и в новой программе по Bittrex24 поучаствовать, и еще федеральный семинар провести. Да-да, Тимур, я знаю, о чем вы говорите. Вот, соответственно, да, я везде я. Но таким образом получается, что в одном и том же городе получается какая-то некая монополия на представление интересов Bittrex. Поэтому будем координировать и федеральную программу. Такие партнеры, которые делали либо формулу сайта, либо семинар по Bittrex24, приниматься будут, но заявки будут рассматриваться уже в последнюю очередь. Что же делать? Если вы пропустили, опоздали, не подошли по каким-то требованиям, к спецпрограммам, да, ну, как бы на них свет клином не сошелся, поэтому мы с вами отправимся уже в свободное плавание вне этих программ. Да, можно делать семинары и вне специальных программ. Есть маркетинговая программа, есть баллы и компенсации за самостоятельные мероприятия. Вы не будете зависеть от дат каких-то, от других организаторов, от конкурентов в городе. Когда хотите, тогда и делайте. В принципе, это даже лучше получается. Есть те же инструкции, есть готовые презентации. Информационная поддержка в виде анонса и баннера на нашем сайте и анонса ежемесячной рассылки. Пожалуйста, участвуйте. Кажется, что так никто не делает, но на самом деле за 2014 год прошло 136 вот таких самостоятельных партнерских семинаров, вне программ, и 25 выставок. Где найти документ «Маркетинговая поддержка»? На партнерском сайте. Раздел «Продажи и маркетинг», дальше в выплывающем меню «Маркетинговая поддержка» и «Маркетинговые документы». С 3 февраля будут изменения в маркетинговой программе. Мы увеличиваем баллы за некоторые активности, в том числе за семинары, за вебинары, и вводим еще понятие бизнес-завтрака. Обо всех изменениях будет сообщаться, опять же, в рассылках. Давайте посмотрим все-таки, какие у вас есть возможности привлечения клиентов. Самостоятельные семинары, выступления на конференциях. В принципе, в любом среднем размере городе есть IT-конференции, проходят. Каждые полгода, где-то много, где-то поменьше. Мониторьте, участвуйте в них, выступайте с докладом по Битриксу. Участие в выставках – то же самое. Вебинары – самый простой способ. Зарегистрировались в сервисе, прочитали вебинар онлайн, получили базу клиентов, с ней же и работаем. Спецпрограммы семинаров и семинары и выставки 1С Битрикс. Семинарами и выставками в Москве у нас занимается Анна Мельникова, это ивент-менеджер. А семинарами в Санкт-Петербурге занимается Михаил Беляев. Обращайтесь, пожалуйста, к ним, если вы хотите участвовать в мероприятиях Битрикса. Участие в наших семинарах бесплатное. Ну и вопрос, зачем вообще все это? Да, маркетинговая активность, любая маркетинговая активность конвертируется в лиды. Лиды у вас конвертируются в клиентов. С другой стороны, за маркетинговую активность вы получаете баллы, которые влияют на ваш партнерский рейтинг и статус, что тоже приводит к клиентам. Такой вот круговорот. Кто в отделе партнерского маркетинга? Сейчас у нас 3 человека. Я, Елена Воронина, которая тоже здесь. Лен, покажись, пожалуйста, чтобы тебя видели. Вот, многие с Леной уже тоже знакомы. И Владимир Еремейчук. Вы можете обращаться к любому из нас по любым вопросам. Спасибо за внимание. Вопрос. Вообще, Света делает фантастический результат. Мне кажется, все это чувствуют. Может, давай. Светлана действительно делает фантастический результат. Семинары – это, наверное, одно из самых классных вещей, которые вообще есть. Вопрос очень конкретный. Вы вводите семинары по Bittrex24 – это хорошо. Мы все понимаем, что Bittrex24 продавать довольно трудно. Вот если продавать его как бизнес-продукт, а не самому продается он сам продается, а на семинаре трудно. Сейчас у меня короткая мысль,
короткий вопрос. Мы хотим проводить семинары у нас в городе. Мы хотим сделать это парный семинар такой, там, программисты про Bittrex24, про коробку и про все, и какого-нибудь бизнес-гуру, который будет говорить со сцены, там, вот так делайте. Но это достаточно сложно. Почему? Потому что в первый раз. Я вот прям заклинаю и прошу, у вас большие связи в мире людей вот из этого бизнеса, которые там умеют проповеди про эффективность. Нет, я серьезно говорю, прокопайте эту вот траншею, проведите вебинар один, там два, по поводу того, как вести семинары по Bittrex24, не то чтобы программисты рассказывали, а там кнопочка есть, а чтобы вот... Как вот типовые вопросы, там, как подачу организовать, вот это парное это ведение. Будет. Это очень важно, без этого не взлетит. Меня не взлетит. Спасибо. Сейчас будет лектик, можно его поймать сразу. Спасибо большое за ваше выступление. Что хочу сказать. Вы говорили о том, что повышается процент посещения, а у нас, как вы видите, понижается он. У вас вообще... Да, то есть явка у вас... вроде бы мы отработали механизм, вроде бы все хорошо, но вот идет падение. То есть, и вот наверняка есть партнеры, у которых есть опыт, как они с этим справляются, может быть. То есть, или вот насчет таких же вебинаров для партнеров, рассказывайте больше про алгоритмы вот этой воронки, про воронки прихода на семинары, что ли. То есть как увеличивать этот приход? Тимур, я боюсь, у вас вообще ситуация немножко отличается, чем в других регионах. Да? Мы вот с Деляной много общались, да, по этому поводу переписывались. Кто не знает, это город Махачкала. Вот. С тем количеством семинаров, которые проводите вы именно в городе, единственные на город из партнеров, практически по одной и той же тематике. Естественно, вы аудиторию свою потихонечку выжигаете. Перейдите на другие темы. Я объясню это сейчас. Вот. Ну, да, попозже. Давайте последний вопрос, у нас, к сожалению, больше нет времени. У меня не вопрос, я хотел добавить. Мы из Екатеринбурга провели вот здесь, первый год проводили какие-то мероприятия. Сначала семинар, потом формулу. И хотел добавить от себя, как от новичка, практические вещи, которые получаете вы, если будете проводить семинары или формулу даже в первый раз. Во-первых, новые клиенты, пока идет реклама мероприятия, Bittrex. Поближе. Bittrex рассылает рекламу по своей базе, получаете новые заявки на разработку. Это прямые заявки, пока рекламируетесь. Второе, текущие клиенты, которые думают работать, не работать с вами, они тоже начинают, они понимают, что после семинара вы получите море контрактов, и они начинают быстрее шевелиться, они начинают подписывать договоры уже там. Буквально на семинаре подходили к нам и говорили, вот все, мы с вами точно работаем, давайте сегодня, там, завтра подписываем договор. И момент такой, когда вы активно достаточно рекламируете мероприятие, вы можете поставить баннер с аффилиаткой Bittrex24, настраиваем бесплатно, там, консультируем для всех участников семинара, и люди начинают регистрироваться, соответственно, вы тоже можете получать с этого хорошие лиды. Спасибо большое. Спасибо. Извините, должен прервать. Спасибо, Свет, большое за все, что вы делаете. Ну и, как сказали на одном из мероприятий, когда я вот ездил по городам миллионника в каком-то южном городе, уже точно не вспомню, они говорят, под лежачий камень коньяк не течет. Кофе-брейк. Спасибо, коллеги, я здесь до конца дня. Подходите, пожалуйста, пообщаемся.